На Печоре вновь задержаны нелегальные рыбаки. 10 июля сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт незаконного вылова водных биоресурсов на реке в 4 километрах от села Оксино. Был выявлен гражданин, который осуществил вылов 22 экземпляров лосося атлантического, сёмги, без наличия разрешения, соответственно, без путевок. Данная рыба была сотрудником полиции изъята. В настоящее время проводит процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение. Хотелось бы отметить, что максимальное наказание за данный вид правонарушения, если смотреть с точки зрения уголовного законодательства, это у нас штраф до 1 000 000 рублей и лишение свободы до 5 лет. Если смотреть с точки зрения административного законодательства, то это штраф до 5 000 рублей. Еще одного нарушителя, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов, стражи порядка задержали вчера. В районе городской Курии был остановлен гражданин, который осуществлял незаконный вылов также водно-биологических ресурсов, изъято 9 экземпляров рыбы. Но данный вид рыбы не является, так сказать, ценным, и, скорее всего, здесь также будет принято процессуальное решение. Как отметил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Денис Батрынча, на сегодняшний день к административной ответственности привлечено 18 лиц, изъято около 200 километров рыболовных сетей. И у нас сейчас начинается буквально через пару дней период миграции к путям нереста по реке Печора. То есть сёмга идет на нерест через наш регион. Также уже начался период нереста на речках, которые находятся у нас в Чешской губе. Поэтому в настоящее время вылов запрещен.